Да ну нафиг! Валера! О! Здорово, Жора! Здорово, Валера! Ты вообще какими судьбами что-то делаешь? Как что? Пришел вот на футбол посмотреть. Ага. Какой ей футбол? Ты вообще в футболе не разбираешься, эй! Ты не финты вообще! Ты хоть знаешь, что такое штрафной? Конечно, знаю. Это когда пропустил стакан вина. Тоже мне. Что это за футбол вообще имеет? Что ты понимал, я такой фанат. С самого рождения. Мне еще пуповину не успели перерезать. Я уже болел за этого, ну, зубастого этого лысого. Ну, короче, который в финале чемпионата мира головой ударил в грудь другого игрока. Так это вы Роналдо Криштиану. Ну, так я так и сказал. Вот что ты понимал, насколько я фанат. Да я даже взял шарфик команды, в которой играет Роналдо. Вон он. Вот ты, Алешина. В смысле? Ты вообще с мячом не дружишь. Он уже как 2 года в Ювентусе не играет. Он сейчас играет в Манчестер. Юнайтед. Да? Да, надо все-таки заплатить за интернет. А то я же пропустил все, что можно. Слушай. За кого болеть будешь? Я сегодня буду болеть за наших. Ну, так я тоже буду болеть за Манчестер Юнайтед. Какой Манчестер Юнайтед? Это не наши. Наши, вон, смотри на ФК Шериф. Ну, Шериф, это для тебя наши. А у меня половина родственников уехали в Англию на заработки. Поэтому для меня наши Манчестер Юнайтед. За них я и буду болеть, понял? Ой, ты что, болеть не вариант. Ты так можешь матч пропустить. Что, тем более эти все пандемии, на хотя бы цитрамон выпей, чтобы полегче да, было. Да, потащи, не надо, ой. Я как любой уважающий себя молдавский фанат, перед матчем я накатил полторашку домашнюю. И да. Да, ой, так что я точно не заболею. Блин, я только сейчас и понял, что Криштиану Роналду будет здесь играть на Зимбруна. Ты мог себе такое представить, ой? Да не, я скорее мог представить, что заработает сайт Лемми МД, чем Роналду приедет в Молдову. Да. А ты знал, что у Манчестера Юнайтед есть погоняло? Да. Да. Они что, всей командой сидевшие? Что с тобой, ей? У каждой команды есть прозвище. Вот у Манчестера Юнайтед красные дьяволы. По такой логике у нашего правительства погоняло желтые дьяволы. Да. Слушай. Короче, секрет расскажу, только никому ни слова, понял? Так ты шо, ну? Я собираюсь прям посреди матча выбежать на поле. Давай. Да. Серьезно? Да. Капец, это ты хочешь выбежать на поле, сфоткаться с Роналдо и взять у него автограф. Я в теме, я выбегаю с тобой, все, на, давай. Да нафиг мне сдался его автограф, эй. Я хочу объявление свое показать, вот, продам кадет 2005 года. Это же матч, и вся Молдова будет смотреть. По-любому кто-то эту развалюху потом купит. Ну да, получается, ты этот, ас пиара, пиарас. Да, я такой. Слушай, а ты в каком секторе сидеть будешь, а? Да блин, в этот раз что-то сектор не очень. Куманек там подогнал пару билетов, там вип-ложа какой-то называется, там это джакузи, кожаный диван, шампусик. Эй, да! Такое. Слушай, а у меня обычный стульчик и то там и за столбом. Может, получится там по-братски договориться, чтобы меня на вип пропустили, а? С меня баклажка вина, эй, отвечаю. Не знаю, что делать. Надо подумать. Ладно, есть у меня одна идея. Короче, полезать в сумку, давай. В смысле, прям туда? Ну а как я тебя пронесу? Согласен. Подержи. Давай, вылазь быстрее. На. Ну, как тебе наши вип-места? На? Правда, шампанским я перегнул, его тут не будет. Эй, давай. Ты что, тоже не смог взять билеты на сайте Федерации футбола? Лошара. А чем тебе не вип-места, вы? Пока там все толпятся у входа, мы уже с тобой смотрим на стадион. Ага. А как отсюда увидят мое объявление? Тоже мне. Ладно, смотри, главное, не упади сверху.